откровениях. Клэр Редфилд, вы идете с нами. Куда меня привезли? Столько страданий, а ты даже не знаешь, чего бояться. Ты кто такая вообще? Я смотритель. Прошу, нужна помощь! Я здесь, дочка. Пожалуйста, будь жива. У меня нет родителей. Вот там. Откуда знаешь? А вот об этом чего-то не предупредили. Черт, меня вообще слышно? Твою дочку зовут Мойра? Да. Она мертва. Чего? Мама дорогая, моя жизнь прекрасна. Прямо как в Кидзудзу, чел. Забавно. Дальше без меня. Встретимся позже. Ты слышал его, Гейб? Бегите! Только попробуй сдохнуть, Фишер! Йоу, Фернандес, глянь-ка. Это то место? Васит? Или как там? Ага. Где начинается жизнь? Томпсона? Да. Хочу изучить это. Ё-моё, Гейб! Гейб? Редфилд, ты жива? Ладно, встаем. О, боже, вы должны мне парочку трусов. Заходи. Ха, новенькая тоже в норме. Я знал, что это вы, ребята. Ай! Пожелания будут? Отлично. Мы проснулись посреди леса. А вы где? В какой-то заброшенной тюрьме. Гейб. Джина мертва. А, ну пиздец. Томпсона тоже не стало. Я, кстати, снял с него браслет. Хочу подробнее узнать, как он работает. Ты ему прям руку отрубил? Иногда приходится делать трудный выбор. Давайте посмотрим, что есть в здании. Согласен. Давай посмотрим. Так, что у нас тут есть? Ага, пахучий химикат, прикольненько. Так, что? Ты тут занят? Понял, ладно, не будем тебе мешать. Так, ребят, всех приветствую. Третья часть. Давайте смотреть, что нас тут ждет дальше. Дальше все интереснее и интереснее, смотрим. И нас становится больше персонажей. Нам нужно больше персонажей. Смотрительница. Чего надо? Пройти проверку на прочность. Хочу узнать, кто из вас справится, а кто нет. В данном случае проверка — это особый вирус, который я вам ввела. Чё? Чё ты сделала? Вирус ввела, говорит. Все мы умрем. Оспаривать глупо. Но один из вас может умереть достойно. Нахер ее! С такими заявами идет в свою всевидящую жопу. Но если нас чем-то заразили. Ну и дела. Эта сука в меня иглой тыкала! Да забей на это! Редфилд, за мной!
Идем. Идем, согласен. Хочу показать вам кое-что. Да, давай. Надеюсь, что Фишер жив-здоров. Нил? Нил был с вами? Да, но нам пришлось разделиться. Да ты что, вертолет? Серьезно? Это мы сейчас будем детали вертолета искать. Думаешь, полетит? Полетит, когда починю. Тут серьезный ремонт нужен. Пока нужен новый аккумулятор и топливо. О, и все, что нужно, мы найдем в этой куче говна? По моему опыту, да. Помоги искать. Так, отлично. Ящик с деталями. Топливо-аккумуляторы. Так, не говори, что они разбросаны здесь где-то. Эти топливые аккумуляторы. Так, хорошо, здесь нету, значит, надо будет сейчас вернуться, наверное, назад, да? Ладно, побежали. Сейчас как раз зайдем к этому, к столу для крафта и посмотрим, может, сможем прокачаться еще немножко. Так, порошок, бутылочка. Помощь нужна. Да, давай. Тихо. О, отлично. Бля, как я наловчился уже это делать. А у нас не то место. Что мы можем? Мы давай тебе порошок, да? Где этот порошок? Сочетание. С бутылочкой. Прикольно. Все, шикарно. Побежали внутрь дома. Попробуем немножечко прокачать нашу пусю. Нам нужно топливо и нам нужна батарея. Так, что это? Порох. Хорошо. Патрошков, конечно, мало. Мы здесь не одни. Как ты поняла? Так, вижу, да, наверх есть, можно подняться. Ну, давай сначала зайдем внутрь и попробуем прокачать наши пуси. Второй уровень, хорошо. Хочу второй уровень. Так, и здесь скорострельность. Отлично, теперь пуся. Давай. Все. Шикарно. Переключаемся и используем, пока вместе с вами. А эту штуку нельзя никак выключить. Понял. Эту штуку нельзя никак выключить. Берем с вами фонарик и будем ослеплять противников, потому что в конце я уверен, что будет какой-то мега файт. И нам пригодится с вами. Ага, маленькая ручка. Понятненько. Наверное, мы сюда и потом будем проходить за нашу царапку, да? И отца. Вот этой вот девки. Хорошо. Стой. Ага. Чпоник. Все. До побачення. Что это у тебя есть? Патроны к пистолету. Забираем. Хорошо. Побежали дальше. Аккумулятор нам нужен. Ты кто? Топаз, ладно. Топазик мы заберем с вами. Склад топлива. Вот только вход заблокирован. Дрель. Нам нужна дрель. Во. Здорово. А у тебя случайно дрели там нету? Или у тебя только чисто бензопила? Так, хочу осмотреть полностью все закоулочки. Хочу осмотреть полностью все закоулочки.
Помните, как я в первой серии тупил? Джёстко тупил. А сейчас мы с вами их щелкаем как орешки. Так. Сейчас приду, погоди. Не трать наше топливо. О, здорово. Педро! Не пугай меня так, малявка. Глянь, что нашел. Если найдете такие же тонкие стены, то я смогу их просверлить. Слышь, Педро, а ты... Зайдите, посмотрите, может, что полезное найдете. Погоди, Педро, иди сюда. Педро. Ты понимаешь, что мне надо... Ладно. Так, Педро. Погоди. Дневник путешественника. Ага. Окей, хорошо. Да ты шо, пистолет, пулемет. Донде пистолет, библиотека. Так, погоди, а здесь у нас что? Патроны к пистолету. Ну мы кучу всего нашли. Слышь, Педро, как с тобой взаимодействовать? Ты можешь за мной пойти? Нам бы твоя дрель пригодилась. Можешь помочь? Не проблема. Только покажите, где сверлить. Идем, покажу. По-моему, где-то здесь было. Вот тут. Давай, Педро, быстрее. Это место? Хорошо, отойдите. Да, давай. Да ты шоля. Чего? Держите их подальше, не подпускай ко мне. Ну? Педро, я таки извиняюсь, но можно чуточку быстрее. Просто крапулечку быстрее. Здорово. Ёптвы. Дон Дисталя библиотека. Блин, забыл поменять сенсу. Вот это он бурит, вот это я понимаю. Прям аж все трясется, да? Все, готово. Молодец. Спасибо. А подвинься, пожалуйста. Пожалуйста, подвинься. Так, тут потрошки. А здесь у нас... Ага, а здесь у нас бабайка. Ты чё, падла? Маленьких только и можешь обижать, да? Вот топливо. Вот где искать топливо? Аккумулятор где искать? Мне удалось отследить сигнал с браслета. Он ведет на север, где-то свысока. Мог бы и сразу догадаться, выше сигнал ловит лучше. Отличная работа, Педро. Ее местонахождение может помочь выбраться с острова. Ты так и не ответил на вопрос, где искать. А этот, как его, движок. Ладно, пошли. Пошли дальше лутаться. Ууу, какой злюка-бука. Какой злюка-бука, иди сюда. Иди, давай, идите. Я тебя мэкну. Куда ты идешь? Слышь, а ты можешь на него посветить? Донде стали библиотека. Все. И минус люка бука. Только ты давай перезарядишься.
Давай смотреть. Ага, какая-то коробочка. Нужно исследовать. Здорово, Рубин. Мое, все, там ничего не было, ребят. Держу в курсе, там ничего не было. Та ты шуля. Это нам туда, да, за движком, я так понимаю. Заперто с другой стороны. Мне интересно, как можно закрыть дверь с другой стороны, чтобы оттуда не выходить? И то есть как бы... Как это работает? Я кого-то слышу еще. Я только заметил эту большую штуку. Я кого-то слышу еще. Ладно, значит нам наверх. Так? Клэр, в доме горит свет. Да ты шо, аккумулятор. И как нам туда попасть? Слышь, Клэр. Ну явно ж не сверху прыгай, да? Явно ж не сверху прыгать. Так, давай, во, умничка. Так, надеюсь, ты там снизу справишься, а мы здесь, я думаю, тоже справимся. Так, забрать. Что у нас тут есть? Забрать патроны, ага. Так, двойной замочек. Ой, давай еще раз. Чпуник и... Чпуник. Так. Что такое? Что такое? Что мы добыли с вами? Мы что-то с вами добыли. Так, аккумулятор... Бутылка. Ёп. Ля ты крыса. Ля ты крыса. Маленьких он обижает. Ля ты падла, маленьких, да, обижаешь? Быстрей, быстрей, беги, беги, девочка, беги. А теперь иди сюда, кого ты там обижал, слышь? Ладно, кого ты посмел обидеть, а? С этим все. Ну все, мы с вами добыли и топливо, и все, что нужно. Здорово. А ты кто? Понял. А где у нас Гейб находится? Кто-то помнит? Я лично уже не помню. Так, музыка. Ага, вот где Гейб. Вот сюда надо бежать. Что ты, как ты тут? Не устал стоять? Пока весь мы там разбирались. С этим закончили. Молодцом, Редфилд. Как всегда. Теперь мой черед колдовать. Грязная вертолета ремонтная магия Вуду. Понятно. Сейчас на нас будут нападать. Над нами издеваются. Это смотрительница. Она заманивает тварей прямо к нам. Это несправедливо. Что нам делать? Постараюсь не медлить с починкой, но кто-нибудь вырубите сраную сирену. Да ты издеваешься.
И каким образом? Пожалуйста, почини эту штуку. Ворота надо закрыть. Уж простите. От своего я не избавиться. Своё я можно поглотить. Может, выключатель внутри? Идем проверим. Идем. По-моему, на втором этаже, да? По-моему, на втором этаже, да, вот он. Все, шикарно. Угу, сейчас на нас будет тут нападать. Ё-моё, нас окружили! Думаешь? Бежать некуда! Всё кончено! Успокойся, Педро. Давай, Педро. Давай сражаться. Чего он свет сменил? Лезут через окна. Что-то мне этот звук вообще не нравится. Так отстреливайся. Мы все умрем. Не знаю, что делать. Шаг первый. Успокойся нахер. Блин, три патрушка. Гребаных три патрошка. Да отстань ты от этих, от окон. Я и бросил нас. Он не придет. Да придет, не ссы. Все хорошо, не ссы. Ловушка. Мы их прогнали? Я думаю, что нет. Я думаю, сейчас еще куча прибежит. Боже! 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 Держись! Так. Бред. Какой бред. Все, хорошо. Так, подвинься, пожалуйста. Педро? Видишь, как его браслет обретает цвет страха? Жесть, Педро, Педро. Мое спасение смерти, но не это. Педро, Педро, Педро. На меня смотри. На меня. Да я смотрю, смотрю, Педро, успокойся. Йо. Крыса при очень сильном попадании у вас начнет кровотечение. Во время кровотечения вы не сможете бегать и не прерывно. Ай-я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 й. Педро, Педро. Педро, успокойся. А у меня патронов ноль. И что мне делать? Сюда! Клэр, лезь на крышу! Куда? Бегу! Бегу, 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 бегу. Давай, давай, Клэр, быстрее! Быстрее! У тебя есть патрошки? Сюда, бегом! За мной.
Йо! Куда за тобой? Алло, быстрей. Тихо, 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 тихо. А, это рубин был, я думал, потрошки. Я так понимаю, что... Что нам конец, да, тут? Мы тут и останемся, так... Или не? Быстрей, ты можешь что-то делать? Я обойду сзади и открою дверь. Ждите. Вот это ты хорошо придумал. Вот это ты хорошо, конечно, идем. Придумал. Идем. Выдержит? Надеюсь. Все, уходим. Слышь, а у тебя патрушков нету? Подожди, Нил, а как же Гейб? Знаю, но оставаться опасно. Слушай, не волнуйся, он бывший военный. Такие опасности он на завтрак ест. Так, хорошо. 30 патрошков есть, отлично. Есть 30 патрошков, и мы захилились. Сюда, помогите! Давай. Ну, алло, Ира. Ну, помоги. Готовы? Тянем! Вперед! И ты! А этого сейчас мэкнут, да? А, не. Ну, я думаю, сейчас Педро к нам придет. У него же есть же этот, как его. У тебя бурильная штука. Чувствую, что сейчас к нам Педро зайдет. Так, карта, хорошо. Кстати, я рада, что ты цел. Гейб сказал, что вы разделились. Да, я быстро бегаю. Тренировки помогают. Так, что это был за монстр? Это был Педро. Смотрительница всем нам какой-то вирус вколола. Вирус сработал, когда Педро перепугался. Звучит знакомо. Вирус, реагирующий на страх. Господи, мы должны от вирусов людей защищать, а не сами заражаться. Хреновая ирония. Мойра, вы с Нилом не знакомы, он наш руководитель. Нил Фишер, ты дочь Барри Бёртона, да? Будьте добры, не ставьте Барри и меня в одно предложение, сэр. Ага. Само по себе скажи. Сильная независимая. Так, хорошо. Перезарядить. Так, стопы. Что это было? Что это засветилось? Мое. Так, патроны к пулемету, пистолету. Пистолету, пулемету. Все, побежали. Пропустите меня вперед. Педро сказал, что сигнал идет сверху. Видимо, оттуда. Это вышка-то? Нет, смотрите, это дом вот этот. Идем узнаем. Че ты тупишь? Плохая идея. Надо дождаться рассвета. К рассвету нас постигнет участь Педро. Время не ждет, Нил. Идите к башне, а мы не хотим пойти к вертолету. Не, у нас нет такого желания пойти к вертолету, ребят. Никого нет желания сходить к вертолету и как бы и все, и до побачення. Чё? О, не. Алло, стреляй. Чё-то на них фонарик не сработал. Но зато всегда есть дробовик. Хорошо. Минус. Так, иди сюда. Чуточку быстрее, пожалуйста. Алло, отойди, пожалуйста. Собаки со сталкера, ребят. Ну все, не рычи, уходим, серьезно. Сейчас он починит вертолет, и мы отсюда уйдем. Здорово. Смотрительница, весь остров превратила в хрен знает что.
если она вообще. Давай. А может сначала перебить их и всех? Ну? Нил! Ой. Обещаю догнать вас. Доберитесь до башни. Давайте, ублюдки, поймайте, если сможете. Давай, Нил. Уходи. Надеюсь, мы тебе немножко помогли. А Нил, как обычно, на тапок просто встал и все. Говорит, вы сами идите. Так, а что у меня тут много всего чего? Так, порох передать. Топливо, давай, наверное, топливо тоже передадим, да, тебе? Передать, все. И нам теперь нужно будет потом найти... Что это? Пустую бутылочку надо будет найти. Ткань, погоди. Мы не можем. Ткань. Сочетание. Во-о-о. А что мы сделали? Дезинфицирующее средство. Хорошо. Передать все. Так, всем бонжур, кто тут есть. Ёпсель ты, мопсель. А, тебе все еще мало, да? Тебе мало, да? Я смотрю. Тебе все еще мало. Ты не хочешь ему в глазки посветить? Понял, не хочешь. Помолчи. Так, мне надо... Погоди, мне надо сначала поставить. Забрать. Дай, дай патрушки. Ну дай патрушки. Все, патроны к дробовику. Погоди, ладно. Я так понимаю, что эту штуку нужно будет куда-то отнести. Только куда? Ага. Так. Да ты шо, ляшо у нас тут сейчас будет. Да ты шо, это я понимаю. Только погоди, что ты тут нашла? Все, патроны к дробовику. Дай сюда. Ну все. Дон достали библиотеки. Просто скажи hasta la vista, baby. Не знаю, а в конце мне танк дадут? Или не? Или не дадут? Да уж, вижу. Ё-моё, сколько вас здесь. А я могу тебя мэкнуть сзади? Или не могу? Ну то есть ты проходишь такой, меня не замечаешь. А тебе ставлю подножку. А как он видит в этой штуке? Тихо, все. Нас тут нету. Хорошо, все, минус один. Собачка спит, я надеюсь. Да, собачка спит. Хорошо, а нам точно сюда надо?
Нам точно ли нужно сюда? Предлагаю их мэкнуть по стелсу, по возможности. Чтобы не тратить потрошки. Собачку там и так сможем мэкнуть. Все, молодец. Так. Погоди. Все, спокойной ночки. Блин, у меня привычка вот это, когда начинаются такие сцены, как в PUBG, что лучше молчать, знаешь что? Чисто слушать шаги. Но здесь, походу, так не работает. Так, ладно, куда нам надо? Чем мы вообще сюда пришли? Куда нам надо? Может, туда где свет горит? Ага, эту штуку отодвинуть можно, да? Ой, начинается вот это вот. Все, молодец. Ну, девочка, ты не хочешь отойти? Спасибо. Не то, что я против, как говорится, толкать вместе с тобой. Лишние 56 килограмм, но... как бы не хотелось бы. О, это эта девочка. Да, видели ее в тюрьме. И у нее браслет. Думаешь, тоже участвует в эксперименте? Если смотрительницы и детей так пугает... то она точно чокнутая. Так, ну девочка сюда и пролезла. Теперь мы знаем, что мы можем пролазить с вами в разные места. Заперто с другой стороны. Погоди, а чем она заперта? Чем она заперта и куда нам надо? Явно не сюда. Так, а ну дай переключусь, потому что я ничего не вижу, если честно. Вроде и светло. Вроде светло, но ничего не вижу. Бонжур. Изи. Изи катка. О, здорово. Что такое неприятно? Неприятно, да? Нам тоже. Так, а ну, где твой фонарик? Вот твой фонарик. Потрошки на ткань, да? Ладно, ткань я заберу. Нам она, в принципе, пока и не надо. Так, погоди, погоди. Неплохо так. Неплохо. Все. Тю ты странный. Просто тю ты странный. Блин, я подумал, что это этот, как его, стол для крафта. Но это не он. Так, хорошо. Результаты ложного эксперимента. Это, конечно, очень интересно. Но читать мы, конечно, не будем. Мы сюда пришли не читать, а убивать монстров.
Ага, отлично. И чем оно было тут заперто, подперто, скажите, пожалуйста. Все, побежали. Тут лучше не медлить. Если жить хотим, надо спешить. Погоди. За мной. Иду. Стой тут. Ладно. Стой там. Я понял, смотри. Я сейчас сделаю чпенник. Переключаю и бегу. За мной. Может потом? Может потом. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, а у тебя нету фонарика случайно с собой, не? Одна не пойду. За мной! Ничего не случилось. Ай, я таки извиняюсь, а как это сделать? Как это так сделать, чтобы это все успелось? Ага. Не, не оно. Мне его двигать не надо. Может, мне его двигать надо или нет? И что ты мне предлагаешь? Что ты мне предлагаешь сделать? Ну, по-любому тут надо что-то будет либо поставить, либо да? Либо что-то сделать надо. Чё? Без Мойры она не пойдет. Погоди, значит, нам надо что-то. Что нам надо? Кто там? Кто там кашляет? Тут два варианта. Либо нам надо поставить туда что-то. Давайте вернемся, давайте. Потому что что-то мне кажется, что эту штуку либо двигать надо, либо я не знаю. Стой там. За мной. Иду. Иди сюда. Иди сюда. Стой здесь. Стой тут. Ладно. Стой там, иди сюда. Короче, давай смотреть. Эту штуку двигать нельзя? Нет, эту штуку двигать нельзя. Хорошо. Здесь у нас что-то есть, что мы можем с тобой поднять. Ой. Ой, а где это я? Мойра. Ага. И чё? Что это нам дало? Погоди, стой. Здесь дырка, здесь можно... Падла. Падла. Без нее ты не хочешь идти, да? Так, здесь ручка для... Маленькая ручка. Маленькая ручка. Стой. Так. Жди. Да, верно. Жди. Место.
Давай смотреть. Вот сюда ты не хочешь, да, идти? Одна не пойду. Без Мойры ты не пойдешь. А если я тебя здесь подниму, или я тебя не подниму здесь? Или я тебя здесь не подниму? Погоди, где там внизу, да, это была штука? Привет. Ты сможешь меня поднять? Или не сможешь? За мной. Ничего не случилось. За мной. Может, потом? Когда? Я не пойду. Когда потом? И чё? И чё? Так. Опять начинаются эти вот головоломки. Опять начинаются эти головоломки. Так, травушка-муравушка. Ага. Ага. Ребят, хоть что-то понимает кто-то? Или не понимает? Дальше без Мойры она не пойдет. Здесь больше ничего нету, да? Никаких коробок, никаких штук, никаких чего. Но здесь можно спуститься вниз, и мы как раз найдем проход вот этот вот, да? Если честно, я ничего не понимаю, что тут творится. Если честно, я ничего не понимаю, что творится. Ну ладно. Так, что у нас тут? Коробка с карандашами. Ага, 5 штучек, да? А у тебя была, по-моему, какая-то сумочка, да? Что-то мы с вами тут наделали. Интересно, чего? Ну, что-то наделали. Ладно, надеюсь, это нам все поможет. Так, пошли. Погоди, а ты где? За мной. Иду. Ага, вот иди. Напугала меня. Я думал, ты все исчезла. Так. Стой. Мы пришли, по-моему, оттуда, правильно? И надо нам сюда идти, значит. И надо нам сюда идти, насколько я понял. Нет, 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 нет. Не туда, погоди. Так, я забегаю. И смотрю, здесь ящик лежит, да? А здесь у нас входа-выхода нету никакого. Это мы здесь тоже выходим, да, и... Блин, как же меня бесит такие моменты.
Так, я там замечаю ящик. Пробегая вот здесь. Я не знаю, я заблудился. Хочу домой, хочу кофе. Здесь ничего не передвинуть. Хорошо, если я с этой подругой побегаю. Стой тут. Ладно. Если я с этой подругой побегаю. О! Может, идти надо на звук монстра? Ладно, попробуем сейчас зайти сюда. Сделать вот так. Сделать вот так. Не пойду я одна. За мной! Не выйдет. За мной! Не выйдет. Почему? Почему не выйдет? Не пойду я одна. А как ты пойдешь? С кем ты пойдешь? Не пойду я одна и не пойду. Вот не пойду. И не пойду. А может пойдешь? Ну нам явно сюда надо, да? Не пойду я одна. Как тогда? Зачем тут этот ящик стоит? Можно ли его двигать? Или не можно его двигать? Что ты от меня хочешь? Игра. Все, и бегим. А здесь нет. Где тут у меня бег? Скажите, пожалуйста. Вот это вот должен быть у меня бег, по идее. Так, дальше что? Может сюда подставить надо что-то? Может этот ящичек надо сюда подставить? Ой, надо было просто присесть. Просто, ребятушки, присесть надо. Это как инвайт, просто добавь воды, так самое здесь, Арчи, просто присесть. Ну я так и думал, реально так и думал, что нужно туда что-то поставить, но я ж не думал, что все будет настолько сложно. Наконец-то. Ну это не я виноват. Я ж не виноват, что там нельзя было просто написать, что надо присесть. Так, девочка, погоди. Все, отдыхай. Отдыхай, отдыхай. Так, окей. Мне теперь надо, знаешь, что взять вот так. Погоди. А как мне убрать? Ты, а как мне тебя переместить? Ну вы поняли, да, что я хочу? Хочу переместить отсюда скорострельность быстрая. Алло. Ладно. Ладно, нет, так нет. Нет, так нет, я ж куда ничего. Она убежала? Туда, наверное. Сейчас пойдем посмотрим. Давай. Давай посмотрим. Ага, нужно нажать на кнопочку, да?
Фью, так просто все. Я думал, сейчас надо будет вызвать это, как его. Вызвать лифт. Чтобы вызвать лифт, нужно достать керосин. Чтобы достать керосин, нужно еще что-то там. Как предсказуемо это все было. Я знал, что так и будет. Да? Поехали. Так, отодвинься немножко. Возможно, здесь еще кто-то побежит. Интересно, доедем мы до конца или нет? Или сейчас поломается и придется бежать. Доехали. Эй, погоди! Погоди-ка. Стой, царапка. Погоди, царапка. Постой. Все хорошо. Не бойся. Тебя как зовут? Ты откуда? С той женщиной разговаривала? О, угомонись. Давай я поговорю. Ты, наверное, очень напугана. Вот я, да. Меня зовут Мойра. Видишь? Мы как сестры. Сейчас все хорошо. Как зовут друга? Лотти. Вы оба очень смелые. Ты хорошо с детьми ладишь. Пойдем. Хорошо. Так. У тебя получалось уходить от монстров в одиночку? Ага. Ты храбрая девочка. Все это скоро кончится. Послушай, на башне живет плохая тетя. Когда мы с ней поговорим, сможем отправиться домой. Плохая тетя там живет. Мойра, слышала? Ага, еще один долбоёб. Тихо, ты ж тут... Ты чего? Алло. Ты же знаешь, что мы делаем со столопами? С нами ребенок. Даже я себе такую не позволяю. Хотя еще там отюкливая зараза. Внизу кто-то есть. Черт! Не выходи, пока не дам сигнал. Хорошо. Это, конечно, все хорошо, но меня больше смущает звук вот этот. Бу-бу-бу. Это что там за монстр такой здоровый? Слышите? Вот это вот. Это он и так идет или что? Или кто это? Я даже не хочу узнавать. Ага, бонжур. Берегись! Этот другой совсем! Сама вижу! Погоди, погоди. О! Больно, 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 больно. Больно. Переключись, пожалуйста. Больно, 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 больно. Больно в ноге. Тихо, 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 тихо. Все? Все, никого. Шикарно. Идем за девочкой. Идем, идем. Так, я думал, что нам, если честно, то конечное.
Потратили все свои потрошки. Ну, хоть напехали есть. Кажется, хочешь есть напехаль. Так, царапка, ты где? Теперь безопасно. Спуститься сможешь? Ой, ты молодец какая, ля. Умничка, пошли, зайчик. Так, куда? Ага, малыха. Могу пролезть через дыру. Да, давай. Открыла. Спасибо. Вот это ты помощница, вау, вот это я понимаю. Какой милый мишка. Он твой друг? Лотиано. Хороший дядя подарил. Что за хороший дядя? Дядя из Терресейв. Он тогда спас меня. Тут вообще всех из Терресейв забрали, что ли? Охеренно! Посмотри на это, сучка! Валим, валим нахер с этого острова! Блять! О, мой дорогой! Блять! Блять, давай же! Нечестно. Ну давай, малышка, ну! Пиздец! Нет! А, нет! А, нет! Но! А! Выбирайся! Мое спасение — это смерть, но не это. Девочки, нет.